Просто так получается, если команда играет уверенно, просто попадает то, что завершать атаки приходится мне. Вот. В первой игре, считайте, у нас Карасев забил тоже отличный гол, и Руслан Пашцев тоже на замену вышел. Забил гол сегодня, вышел тоже, отдал голевую передачу. Ребята большие молодцы, мы готовились очень серьезно к этому сезону, прошли двое сборов. Вот. Я считаю, то, что нам по силам залезть в тройку сильнейших. Ну, насчет пенальти, я стоял в стенке с игроками Ростова, там мяч попал четко в руку, судья здорово отреагировал. Единственное, что вопрос вызывало, все-таки до штрафной или после штрафной, этого я не видел. А по поводу игры, игра, я как мне показалось, сложилась из каких-то трех отрезков. Первый отрезок, где мы доминировали очень серьезно, это первые минут 20-25. То есть все получалось, Ростову практически не давали играть. Потом был небольшой спад в середине матча. Это продолжалось где-то до минуты до 65-й, где-то так. А потом мы все-таки вспомнили свою игру, то, что наигрывали на тренировках, и, как видите, все получилось. Очень рады, что этот матч отыграли все-таки на ноль.